Привет-привет! С вами Рюй Машинс, ваш привычный голос за кадром и новинка из нашего с вами любимого мира электросамокатов – Electroway F2S. Вы скажете, так ведь несколько поздновато для электросамоката, вон уже буксы на канале начали появляться, с чем я частично соглашусь. Осень набирает обороты, и для городских самокатов сезон неумолимо подходит к концу. Но у нас с вами сегодня техника, которая позволит продолжать наш самокатный сезон. Настоящий электросамокат-внедорожник, новинка, которую нам прислала для испытаний компания Electroway. Его концепция – эффективно передвигаться не только по асфальту, но и вне его. И если летом по сухому грунту в этом нет ничего сложного, то с наступлением сезона дождей, как у нас сейчас, все становится гораздо интересней. Сегодня мы с вами выясним, действительно ли самокат сможет выдержать испытания на бездорожье, ну и, конечно, проведем все основные тесты по скорости и запасу хода. Что ж, друзья, заварите чайку и устраивайтесь поудобнее в своих уютных креслах. А мы, несмотря на холод и дождь, начинаем. Погнали! Сегодня и правда не жарко, мягко говоря, в районе 7 градусов, да еще и ледяной дождь. Но тем не менее, прежде всего хочется поговорить о внешнем дизайне самоката. По большому счету, перед нами классическая компоновка на алюминиевой раме, которую мы уже не раз встречали в других самокатах подобного формата. Но за счет некоторых элементов общий вид техники получился ярким и запоминающимся. В первую очередь, конечно, бросается в глаза прозрачная платформа из поликарбоната и встроенная в нее подсветка. Выглядит, конечно, здорово. Мы сегодня обязательно дождемся ночи, чтобы посмотреть, как это все смотрится в темное время суток. Но не будем забывать, что перед нами техника, претендующая на гордое звание внедорожника. Давайте вспомним, что важно для любого внедорожника. Во-первых, конечно же, полный привод. Тут он в наличии, два 10-дюймовых колеса со встроенными моторами по 1200 Вт каждое, итого 2400 суммарно. Хороший показатель для подобной техники. Во-вторых, нам важна внедорожная резина. И здесь она также имеется, насколько это возможно для электросамоката, конечно же. Питает моторы батареей емкостью 26 ампер-часов, запас хода должен быть достойным. Батарея и контроллер спрятаны, надежно защищены в металлической деке. Следующий важный момент для внедорожника – подвеска и клиренс. И надо отметить, этот показатель здесь позиционируется как одно из основных преимуществ техники. Суть в том, что естественно оба колеса на подвеске, это само собой, но спереди стоит пружинно-гидравлическая вилка мотоциклетного образца с регулируемым клиренсом. Сзади подвеска маятникового типа. Таким образом, за счет продвинутой амортизации есть шансы на уверенное движение по пересеченке. Будем проверять. Следующий момент. Оба колеса оборудованы дисковыми гидравлическими тормозами. И это здорово. Хоть это и дорого, но работает гидра всегда гораздо приятнее механики. Помимо подсветки на деке, самокат также оснащен мощной головной иллюминацией. Спереди две линзованные светодиодные фары с агрессивной красной обводкой. Выглядит действительно хищно. Как светит, увидим ночью. Сзади красивый красный фонарь со встроенными указателями поворотов. Переходим к компоновке рулевой стойки. Включение самоката через, так сказать, замок зажигания с ключом. Справа бортовой компьютер в обрезиненном корпусе. Дисплей хоть и монохромный, но яркий и контрастный. На солнце проблем с читаемостью не будет. Вся стандартная информация здесь в наличии. Под компьютером есть дополнительный монитор вольтажа батареи для отслеживания ее точного состояния. Тут же курок газа. Грипсы на руле из мягкой ухватистой резины. Рядом две кнопки, режим эко и турбо. И полный и задний привод. Тормозные рычаги раздельные на каждое колесо. Слева также есть USB-зарядка под любой девайс и несколько условный, но все же компас. Далее отметим, рукоятки руля складываются вдоль стойки, а сам руль регулируется по высоте. Теперь рассмотрим механизм складывания. Чтобы сложить самокат, прежде всего нужно отжать предохранитель. Затем вторым рычагом уже складываем стойку. В крайнем положении стойка автоматически фиксируется и становится рукояткой для переноски. Ну и наступает время для взвешивания. Конечно, за счет мощных компонентов электроустановки самокат у нас не из легких. Результат 36 килограмм. Что ж, пора приступать к самому интересному. Как проявит себя наш электросамокат-внедорожник, собственно, на бездорожье? И надо сказать, затянувшийся сезон дождей этому способствует, так как все грунтовки у нас превратились в грязь и лужи. А что делают все оффроудеры перед тем, как рубиться по бездорожью? Правильно, травят колеса. Мы не исключение. Колеса, конечно, небольшие, но, думаю, лишним не будет. Ну вот, вроде бы и все. Можно ехать. Погнали.
Друзья, мы построим наши тесты следующим образом. Условия, в которых мы сегодня катаемся, весьма жесткие для любого электросамоката. Море воды и грязи, откровенно говоря, это все же не та стихия, для которой создается эта техника. Так что тесты, подобные нашим, экстремальные. И хотя производитель заявляет качественную герметизацию всех компонентов прямо с завода, я все же не рекомендую повторять подобные тесты в бытовом использовании. Берегите технику, все же она стоит прилично. Ну а наша задача сегодня проверить, выдержит ли наш самокат-внедорожник подобное обращение. Поэтому первый день мы проверяем его на бездорожье, что собственно мы уже и начали. Затем, если переживет, оставляем его на ночь заряжаться, и по прошествии суток катаем все основные тесты на асфальте, и заодно смотрим, не отхлебнет ли что-нибудь после наших внедорожных приключений. Между тем, я уже успел немного прикататься, и вот вам мои первые впечатления. При наличии правильной экипировки, как у меня, кататься в таких условиях это ну очень увлекательно, знаете ли. Мощи в 2400 ватт здесь с запасом. Еду во втором режиме из трех, и курок редко топлю больше половины. В грязи самокат уверенно держит траекторию, полный привод и хорошая резина нам в этом крайне помогают. Но тут главное не передавить акселератор, чтобы не сорвать колеса в занос. И если поначалу я старался объезжать водные преграды, то затем, увидев, что самокат справляется с ними на ура, ураганил уже прямо по ним. Так что первое впечатление самое что ни на есть внедорожное. Теперь более предметно. Во-первых, подвеска. Сразу скажу, передняя подвеска отрабатывает просто шикарно. Хода и упругости хватает, чтобы перепрыгивать даже большие корни и небольшие бревна, которые мы кидали на дорогу, чтобы сымитировать препятствия. На руль при переезде через такие бревна передается минимальный удар. Даже звучит передок при сработке приятно, солидно так пофыркивает. Задняя подвеска также работает, но она, конечно, пожестче и прыгучая, подкидывает при проезде через препятствия сильнее. В целом впечатление от подвески хорошее, да и клиренса хватает запасом для подобных условий. Интересный момент наглядной пользы от полного привода. Когда отключаешь передний мотор, то на скользкой дороге переднее колесо начинает носить, и управлять самокатом гораздо сложнее на том участке, где на полном приводе проезжаешь, не замечая никаких проблем. Это просто наблюдение, что подтверждает то, что и так очевидно, по грязи только полный привод. Как и любого серьезного внедорожника, есть у нас и понижайка. На самом деле механической редукции тут, конечно, нет. Это просто кнопка эко, которая ограничивает скорость вращения колес. Но этот режим и правда похож на понижайку. Самокат реагирует на курок плавно, и можно двигаться крайне медленно, что пригодится, например, для маневрирования по лесу. Кстати, еще одно наблюдение. Курок акселератора вынесен слишком сильно вверх, и мне, например, указательным пальцем регулировать нажим неудобно. Если надо резко скинуть газ, то это может быть проблематично. Но вот таким хватом мне показалось управлять нажимом курока гораздо удобнее. Тем временем у нас наступает ночь, и в темноте наш электросамокат стал выглядеть совсем уж футуристично, и даже несколько инопланетно на фоне хмурого осеннего леса. Между прочим, вся эта световая феерия нужна не столько, чтобы радовать нас яркими оттенками, но скорее, чтобы самокатчика было отлично заметно на дороге в темное время суток. И с этой задачей наша иллюминация справляется на ура. Не заметить такое будет крайне сложно. Кстати, посмотрим, как светит головной свет. Как видим, весьма здорово лупит. Так что в целом можно двигаться и в темное время суток. Ну и надо отметить, что пока техника после всех испытаний живее всех живых. Так что едем на базу заряжаться и посмотрим, что будет завтра. Доброе утро, друзья мои! Начинаем второй день наших испытаний. За ночь батарею мы полностью зарядили. Зарядка занимает 8 часов, но можно их подключить 2 сразу и заряжаться за 4 часа. Перед испытаниями на асфальте не забываем накачать колеса для нормы. Для этих целей, для подобной техники, очень удобен портативный аккумуляторный компрессор Xiaomi. Уже не раз про него рассказывал. Кому интересно, оставлю в описании ссылку. Выбираемся на нашу дорогу, где нам предстоит тестировать запас хода и максимальную скорость. Поэтому запускаем наш трекер для замера дистанции и заодно отмечаем, что за бортом довольно-таки прохладно. Что ж, погнали! Во-первых, нужно сказать, что, судя по всему, вчерашнее приключение наш самокат перенес достойно.
Несмотря на жесткость теста, все работает в штатном режиме. Ни каротит, ни искрит, что уже хороший результат. Но опять же напоминаю, жестить, как мы, без дополнительной герметизации все же не стоит. На асфальте самокат идет хорошо, курс держит четко, ускоряется хотя и без пробуксовок, но уверенно. И пока батарейка свежа, давайте проверим максимальную скорость. Мне удалось набрать максимально 48 км в час по GPS-спидометру и 55 км в час по штатному. Так что думаю, реально максималка 50 км в час. Кстати, быстрее я бы сам вряд ли поехал. Уже становится страшно на таких скоростях на подобной технике. Ну а мы продолжаем выкатывать. Отдельно отмечу, что условия сегодня явно не в пользу максимального результата. Температура за бортом в районе 8 градусов. Самокат ночевал на улице. Плюс ко всему райдер не самый легкий. Мой вес 87 где-то, без учета экипа. Да и ко всему прочему, иногда приходится продлевать шквалистый встречный ветер. И прямо чувствуется, как сложно приходится моторам. Выкатываю я во втором режиме. Скорость держу 34-35 все время. Полный привод включен. Ну и пока катаемся, самое время для нашей традиционной рубрики «Разговор о ценах». Итак, самокат Electraway полный привод, два мотора по 1200 Вт с батареей 26 ампер-часов стоит 85 тысяч рублей. Между тем, промотав пару часов нашего выкатывания, мы застаем наш самокат практически на нуле. И здесь отдельно хочу заметить приятный момент. Вплоть до самого отключения мощность моторов не падает. Как видите, батарея почти на нуле, но скорость практически как на полной батарее. Наконец, все кончено. Самокат отключился, и мы готовы узнать итоговый результат. 55,5 километров. Учитывая суровые условия, очень недурно. Фактически, из всех тестируемых нами электросамокатов, это на текущий момент рекордный результат. Кто же сможет обновить наш рекорд? Ждем претендента. Ну и подводя итог нашим двухдневным заездам, могу с уверенностью сказать, Electraway отличный самокат. Он достойно едет не только на асфальте, но и вне его. Хорошее решение для тех, кому иногда надо съезжать с дорог и двигаться по пересеченке. Мы постарались показать все нюансы этой техники, и на этом наш ролик подходит к концу, но прощаться по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Пишите, как вам техника, друзья, катаете ли вы на своих электричках в такую погоду, и какие у вас получаются пробеги. Спасибо, что прокатились с нами сегодня, подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы всегда хотите узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи!